Все, мы вышли, мы идем. С утра с Демиром играли в клевую игру про бегемотика, пиратку, как это назвать. Вот, прикольно. Белоснежка ее зовут. Прикольная, прикольная игра. Ну, гиппи-то гиппи, а как бы по истории, там же пиратка Белоснежка. Так, вот так вот. Топаем. Вот моя новая рубашечка. Вот. Вот моя вторая рубашка. Вот. И вот эту штуку я опять тоже надела. Вот. Ой. Мирусика, Мирусика бежит. Бежит, идет. Вот так вот. Блин, что-то сегодня настроение такое хорошее. Лицо, конечно, да, загорело. Загорело. Таблетки начала пить, начала чуть-чуть это худеть потихонечку. Потихонечку таблетки. Еще раз, кто не смотрел, напоминаю, таблетки для щитовидной железы, для моих гормончиков. Не для похудения таблетки. Таблетки что-что, таблетки для похудения я уже давным-давно не пью. Уже много лет таким не промышляю, если честно. Мне кажется, что в большинстве таблеток для похудения содержится слабительное и мочегонное, на фоне которого вы, извините, срете все время, теряете воду лишнюю. И не лишнюю. И думаете, что вы худеете. А на самом деле, как бы, это не так. На самом деле, это не так. Так, нам с тобой надо перейти дорогу, а мне надо кинуть голосовое твоему папе, что мы с тобой вышли на прогулочку. Давай, давай, приближаемся. Приближаемся сюда. Машины останавливаются. Пойдем. Я так телефон от лица убрала, а то подумают, вообще охреневшая дама. Идет, записывает влоги, переходя через дорогу. Мы тут ее ждем, пока она пройдет, короче. А она тут это, влоги свои записывает. Дамир так поболтал по телефону, дуже рясно, скажем так, вот. Что у меня, короче, телефон полностью разряжен оказался. По WhatsApp пообщался, в игры поиграл. И все, хорошо, что... Игру проходил. Сначала с дедушкой, потом с бабушкой Рай. Ну, с бабушкой Лилей. Вот. Пока со всеми игру попроходил, с Лилей не до конца еще прошел. Еще придет, будет дальше допроходить. Это я просто же скомандовала, что пора нам на улицу идти. Прошел? Правда, не всю. Ну, не всю. Ну, так я же сказала, да пройдешь, когда придешь. Что я не так сказала? А? Так, ты не всю игру, не до конца аж прошел с бабушкой Лилей. Сам-то ты ее вчера два раза прошел, и сегодня со мной еще прошел. Так же? Да. Ну вот. О, давай ручки. Так что вот такие вот дела, друзья. Да. Не пойму пока, снимать, не снимать курточку. Если тебе будет, слушай, если тебе будет... холод, жарко сильно, скажи мне, хорошо? Я с тебя ее сниму. Договорились? А? И холодно. И, ну, если холодно, оденешь или застегнемся. Если будет жарко, скажешь, я с тебя сниму или кепку, или куртку, что там тебе. Хорошо? Да. Ну, все, договорились? Что-то такое ощущение, что у меня мошка на губу села. Что? Что ты хочешь сделать? Что? Какую лестницу? А? Куда? Зачем? Зачем тебе лестница? Что? Нужна. Нужна? А, да, я кроме того, что она нужна, ничего не слышу. Что? Зачем? Зачем? Такие еще не самые. Ой, кудесник ты мой, да никто тебе не даст, не обработано, а в занозах дерева, гвозди, молоток. Тебе будет сколько? 8 лет, когда ты поедешь к бабушке в гости.
И то, если поедешь. Если у нас будут с бабушкой хорошие отношения складываться, то тогда да. А если нет, если мы даже по телефону с бабушкой не сможем нормально общаться, то я не захочу тратить 6 суток на то, чтобы съездить туда-обратно, сдавать кота за 400 рублей в сутки в гостиницу для животных во Владивостоке. Такой мучительный долгий проезд туда, чтобы что? Чтобы наслушаться, чтобы вспомнить былые времена, так сказать. Если что, то тогда, ну, то нет. То нет это, тогда. Что? Я делаю, стараюсь делать лестницу. Знаешь как? Как? Материалы искать. А, материалы искать? Угу. Это как? Как это, Дамир? Расскажи мне, как это? Материалы добывать надо, но вещи я могу находить нужные. Угу. Например, камни, да? Например, камни там. Жарко и очень. Хочешь раздеться? Да. Давай. Не-не-не, кепку оставь. Вот куртку я с тебя сниму. Ого! Ого, из себя сниму куртку. Ребят, ну жарко. Жарко все-таки. На, пообщайся. Подержи. Это не Лиля. Это наши зрители. Ага, пообщайся. Можно. Пока мой я новый... тоже разденусь. Мой новый имидж. Твой новый имидж? Да. Супер. Да, вот мой новый имидж без куртки. Так хорошо. Все будут. Скоро надо будет в футболках ходить. Уже в футболках. Уже в футболках ходить. Надо. Вы же не знали, что будет так жарко. Если бы знали, я бы сразу все знала.